В 2017 году в гаражных кооперативах Ангарского округа произошло 6 пожаров. В 3 пострадали люди и имущество, а одно возгорание закончилось смертью владельца бокса. 25 октября в автокооперативе «Турист» нашли тело 46-летнего мужчины. Требования к пожарной безопасности просты – наличие специального оповещателя в помещении сторожа и первичных средств пожаротушения. А вот в крытых кооперативах, помимо хорошего водоснабжения, АПС должны быть установлены по всей территории. Гаражные кооперативы у нас попадают под умеренный риск. Данные проверки мы планируем раз в 10 лет. То есть в 2013-2014 году у нас, в принципе, все кооперативы были проверены планово. Ну, остается только после 2020 года мы будем только их планировать. Зачастую причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем и старая электропроводка. В боксах, особенно зимой, не просто отогреваются авто, а собираются после работы веселые мужские компании. Один плохо потушенный окурок может стать причиной страшной трагедии. Однако техникой пожарной безопасности пренебрегают не только автовладельцы. В связи с поступлением прокуратуры города многочисленных обращений граждан, нами была проведена проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью. Фармсервис, указанное юридическое лицо, занимается эксплуатацией и обслуживанием гаражных боксов. Мы привлекали государственного инспектора по пожарному надзору. По итогам проведения проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе нарушения правил пожарной безопасности. По указанному факту прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении. Минимальный штраф для юрлиц составляет 150 тысяч рублей. На первый раз фармсервису уменьшили штраф вдвое, поскольку пожарную сигнализацию там уже начали устанавливать. Однако наказать руководство общества с ограниченной ответственностью было не так просто. Ведь работает юрлицо по принципу ГСК, но форма собственности другая. Из-за хитрой схемы инициировать проверку Кожнадзор самостоятельно не смог, помогла прокуратура. Теперь фармсервисом заинтересовались и другие службы, в том числе и АБЭП. Яна Попова, Роман Буйнов. Местное время.